Всем здорово! Еще раз про Bloom расскажу. Что такое вообще Bloom? Это перспективный проект по версии Binance Labs, и Binance Labs на них инвестировали. Это сильная команда, это топы из Binance. В СНГ нет биржи, которая 100% френдли в условиях санкций. Понимает, чего не хватает рынку, это нужный и удобный продукт. Сейчас единственный способ получить Bloom — это зайти в приложение, вот это по ссылочке в описании, и кликать, фармить вот эти монетки каждые 8 часов. Потом выполнить простые задания, там зайти в ТГ, зайти в Телеграм. То есть кликать просто каждые 8 часов, выполнить все задания. А далее просто приглашать своих друзей. То есть, например, я уже пригласил 25 друзей, и вы можете также пригласить своих друзей по ссылке в своем Телеграме. Когда вы зайдете, чтобы попасть вот в этот Bloom, чтобы начать фармить, это нужно сделать только по ссылке. Ссылка, как я сказал, уже есть в описании моего YouTube-канала. Как-то так. Мне интересно вообще, как на этом, сколько я смогу заработать, но мы видим тут позитивные моменты, что это создатели, то есть это создатели этого приложения Top Binance, потом, скорее всего, шняга будет на Binance, ну, вообще это логично, мне кажется, почему бы нет. И это бесплатно, просто берешь, выполняешь эти шняги, каждые 8 часов фармишь блюмы и приглашаешь друзей. Вот я сейчас занялся тем, что буду приглашать друзей. Как-то так. Как вам такой моментик? Или слишком близко, или слишком долго? Что вы вообще можете сказать по поводу Блюма? Нормальная тема? Нет? Или вы как-то против Блюма? Почему там? Вообще написать, сказать. Я потихо делаю. А, кстати, вот, еще чуть не забыл сказать. Вы благодаря того, что реф будете приглашать, у вас будут... вот такие темки, как, ну, клеймить монетки за ваших френдов. Вот как-то так. Поэтому регистрируйтесь по моей ссылке, мне поможете. Ну и по-другому вы не войдете в Bloom, как-то так. Такой моментик. Биток что-то упал, ну ладно, с кем не бывает. А я пошел дальше думать, что снимать.